Всем добрый день! Вы на канале Татьяны Егоровой «Птичий дворик». Вот, представила свой канал. А то мне одна подруга говорит, почему ты не представляешь свой канал в начале видео. Все представляют, а ты не представляешь, только здороваешься. Ну вот, представила свой канал. В этом видео хочу показать форму яйца и вообще структуру яйца. Все-таки это зависит от особенностей курицы. И вы уже с этим ничего не сделаете. Вот это вот 4 яичка, это загорская лососевая. Вот смотрите, через день вот такое вот яичко. Вот с такой вот рыхлой, скажем так, скорлупой. Один в один. Вот через день такое яичко. Вот видите, даже одинаковой формы. Это несет вот такие вот яички, одна курица. И с этим вы уже ничего не сделаете. Ну, естественно, такое яйцо идет как столовое. У меня вчера вывелись цыплята, мараны, легорны, индюшата. И вот сегодня опять делаю закладку яйца. И вот такое вот яйцо. Через день вот такое яичко у загорской лососевой. Ну, конечно, плохо будет видно. Вот видите, вот эти вот прожилки рыхлые. Скорлупа и вот такие вот прожилки. И вот если взять другое яйцо, один в один прожилки, прямо след в след. Вот она, вот бороздка. Здесь, если покрутить, еще вот две бороздки рядом. И здесь вот, допустим, две одинаковые бороздки. И вот бороздка поглубже. Один в один, как будто отпечаток пальца. И все, и вы с этим ничего не сделаете. И вот периодически у одной индюшки вот такие вот яйца. Вот смотрите. Вот его видно. Вот этот вот бок, как будто как смятый. Вот этот такой же. Вот он, бок примятый. Вот, вот тут видно. Здесь вот прям как рубчик идет. И это такое же вот яйцо. Здесь вот. Вчера, ну точнее не вчера, 28 дней назад я специально заложила такое яйцо с такой вот вмятиной на инкубацию. Яйцо было оплодное, оно до какого-то момента развивалось, но, естественно, из него никто не вылупился. Там вот мне показалось, ну, что вроде бы, ну, видно, что яйцо развивается. Я оставила на всякий случай его в инкубаторе, скажем так, до последнего дня. Но ничего не вывелось. Так что такие вот кривые, конечно, я тоже на инкубацию не закладываю. Ну, вот с этим уже тоже ничего не сделаешь. Это особенность индюшки. Вот такие вот яйца периодически проскакивают. Ну, эти хотя бы периодически. Если эти вообще постоянно, такое вот яйцо. Вот они. И вот с этими вот бороздками. То эти хотя бы вот иногда. Было бы, конечно, обидно, если бы индюшка все время такое яйцо несла. Так что вот, вот это особенности курицы. Скажем так, ее яйцевод выдает вот такие вот яички. Вот такой вот странной формы.